გამარჯობა, პასუხი მაყურებლებო. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი ლეონიდ ზელცელი, ეს არის მთავარი ტექნოლოგი კომპანია ECOGEORGIE-ის ჯგუფის. ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტები კახეთში. Ну, магазин ЦАКИ ლაპარაკებს ბატონი ლეონიდი. Магдам, დღეს ჩვენ ამ გადაცემას წავიყვანთ რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ ჩვენი რესპონდენტი არის რუსულოვანი ადამიანი და ამიტომ თქვენ უკვე მაგას ნახავთ თარგმანს. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Итак, прежде чем мы перейдем конкретно поговорим о вашей продукции, я хочу как бы в двух словах рассказать о концепции нашего канала, нашего телевидения и данной передачи, чтобы вам было бы лучше понятно, почему мы обратили внимание на этот высококачественный продукт. Дело в том, что изначально концепция нашего канала мы направлены на производство органической продукции. Дело в том, что нас окружает большое количество, скажем так, недружественной продукции для нашего организма. Поэтому мы ищем, и не только ищем, но и помогаем нашим местным производителям производить высококачественную продукцию. И всегда рады, когда мы находим в нашей стране достойный продукт, который украсит не только стол, но и будет полезен каждому гражданину нашей страны. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы не побоялись и начали производство, скажем так, дорогого, недешевого продукта в нашей стране, которая сейчас не блещет экономическими достижениями, и покупательная способность нашего населения очень низкая. Но, несмотря на это, вы все же организовали здесь производственный процесс и производите ряд продуктов здорового питания. Леонид, расскажите, пожалуйста, в двух словах, как вы начали этот процесс? Перед тем, как перейти к описанию нашего производства, нашей компании, я бы хотел бы немного заострить внимание вообще об данном продукте. Вот мы все знаем, что Земля, когда она как бы заселилась человеком, и начали культивироваться и обрабатываться различные растения, то среди них на первом месте это, конечно, был виноград. История винограда, она уходит в далекое прошлое, это мы все знаем. Некоторые упоминания идут уже даже 8 тысяч лет назад. Почему я хочу рассказать о винограде? Дело в том, что растение за свою многовековую историю, оно так же, как человек, оно выживало. И выживая, она накопила в себе огромный иммунитет в виде различных полифенолов. Я думаю, люди понимают, что это такое. Эти полифенолы в течение многих веков защищают виноград от паразитов, от морозов, от ультрафиолета и от других неблагоприятных воздействий на сам виноград. Плюс и вся сила винограда скапливается на самом деле не в соке, из которого делает вино. Вся сила винограда находится в косточке. Почему в косточке? Ну, для примера, косточка – это тот орган винограда, который дает ему новую жизнь. Если косточку бросить в землю, из нее прорастет новая лоза. Соответственно, в оболочке под косточкой находятся очень ценные вещества. И мы с 2014 года занимались тем, чтобы извлечь эти вещества в той неповторимой форме, в которой они, вот, скажем так, принесены нам Богом, можно так даже сказать. Потому что первое упоминание о винограде, о виноградном масле, о котором мы сейчас будем говорить, было уже в Ветхом Завете. Допустим, император Максимилиан I, он когда в конце 1400-х годов, он издал указ о монопольном производстве виноградного масла для Римской империи и ввод его в питание небедного населения. И потом, до того, как наступила эра оливкового масла, это масло было в среднеземноморской диете.
После того, вот если как бы краткая история этого винограда, мы начали, ну, наша компания, которую я представляю как Georgian Group, начала изучать опыт получения виноградного масла. Ведь никому не секрет, что виноградного масла очень много на полках магазинов. Оно различного цвета, различной упаковки, различного вкуса. Мы, ну, не понимали вообще, какое масло, как оно должно быть по-настоящему пахнуть, какой у него должен быть вид, какая должна быть консистенция. И мы поняли, что максимально, ну, производители виноградного масла в мире — это как бы страны с развитым виноделием. Это Аргентина, Франция, Италия, Испания. Но все они в погоне за быстрыми деньгами делают это масло экстракционным способом. Я вкратце расскажу, что такое экстракция. Это когда мы грубо берем косточку винограда, жарим ее при температуре 200 градусов, потом мы ее размалываем, заливаем ее петролейным эфиром или бензином, или гексаном, растворители разные. Все это мы растворяем, потом выгоняем, потом производим ряд химических операций, чтобы очистить это масло, и выставляем его на прилавки. Конечно, это масло уже мертвое. Оно имеет, конечно, название виноградное, но если вы его купите, попробуйте, в нем нет ни вкуса, в нем есть только цвет, даже нету запаха. И, к сожалению, такими маслами просто забиты прилавки магазинов, в том числе и в Грузии. Я сам уроженец Украины, я здесь уже живу 2 года, но я изучаю, что находится на прилавках. Наша цель нашего предприятия как Georgian Group, когда мы выбрали эту страну, мы пошли по принципу: пусть будет мало, пусть будет дорого, но качественно. Объяснение этому очень простое. Если человек доживает до определенного возраста, питается беспорядочно, питается, скажем, как попало, он в итоге попадает в аптеки и тратит сумасшедшие деньги на лекарства, чтобы поддерживать свое здоровье. Мы представили альтернативу. Зачем идти в аптеку, если можно каждый день выпивать по столовой ложке этого масла и тем самым продлить себе жизнь, продлить себе нормальную жизнь. Это касаемо нашей концепции. Посему получается, ну, как я считаю, что не всегда то, что дорого, на самом деле дорого. Потому что, ну, вы знаете, таблетки, они гораздо дороже, чем любое дорогое косточковое масло. Теперь я, наверное, перейду, почему мы образовались здесь. Дело в том, что предприятие как Georgian Group — это предприятие с как бы интернациональным составом учредителей. В нем есть и украинцы, и грузины, и другие европейцы, назовем так. Выбирали различные регионы, в которых можно было бы заняться этим производством, когда концепция уже была отработана. Ну, скажем, в Европе это невозможно, потому что там эти, как я называю, места уже заняты. Россия – это неподходящий климат и, наверное, не те сорта винограда. Вот. Украина – хорошая страна, но тоже там эти места заняты. Допустим, та же Румыния, она не дает возможности получать масло виноградной косточки, потому что они все перегоняют там на технические спирта. Потом, как бы вот случайно, мы попали в Грузию, и тут нам улыбнулась удача. Вот первая удача: во-первых, я никогда не думал, что мы в Грузии столкнемся одним из самых древнейших сортом винограда, аркацетели. Мы его очень хорошо изучили. И вот сейчас всем европейским знакомым объясняем, какая прелесть. Потому что, во-первых, древний сорт. Во-вторых, богатовековая история. В-третьих, все европейские производители, они работают так называемым миксом. Это, грубо говоря, вам попадает виноградная косточка, Изабеллы, Пино-Нуар, Рислинг, все подряд.
Но у каждого масла, которое находится внутри, как и у клетки человека, своя генная структура, они отличаются друг от друга. Допустим, вот я считаю, что виноградное масло от винограда Изабелла, ну, его нельзя употреблять, это больше техническое масло. Здесь моносорт. Мы занимаемся только ракоцители, ни с чем его не смешиваем. Что это нам дает? Это нам дает стабильный химический состав масла, стабильную ароматику, ярко выраженный вкус и, ну, и аромат данного винограда, цвет стабильный. Ну и, естественно, все остальные лечебные характеристики. В таких условиях, в которых мы работаем, работает одна американская фирма. Она выпускает только масло моносорта. Вот в результате, когда мы это увидели, мы начали организовывать здесь предприятие. Искали долго место, выбрали, конечно же, Кахети, как сердце виноделия, сердце виноградарства, с благоприятными условиями, с большим количеством заводов. Обратились к правительству для того, чтобы нас поддержать, потому что старт у нас тяжелый был, ну, скажем, это не виноделие, это немножко продукт другой, его надо еще донести людям. После того, как это все было начато, началась заготовка. Схема производства у нас следующая. Мы на винодельских предприятиях вывозим жмых, не жмых, а виноградную выжимку, в которой находится виноградная косточка. Дальше в течение 24 часов, это вот предельное время для того, чтобы она не испортилась, мы эту косточку отделяем от выжимки, сушим, отправляем на склад. И когда у нас как бы сезон сбора урожая, он такой же, как и у фермеров, заканчивается, мы приступаем ко второму этапу, начинаем делать прессование масла. Процесс этот очень тяжелый. Я объясню, у нас работает 8 прессов, но максимальное количество, что мы можем выдавить масло, именно холодное прессование, речь идет только о нем. И именно один раз. Мы не давим ни два, ни три раза, не додавливаем, только вот один и первый раз. У нас максимальная производительность сейчас это 4,5 литра масла. То есть мы не можем сделать ни 10, ни 15, поэтому это производство длинное. Оно хлопотное, оно затратное по людскому ресурсу, по контролю за температурами, потому что если при производстве масла мы нарушим температурный режим, то есть оно будет произведено выше температуры 55 градусов, это масло уже можно считать не обладающие теми свойствами, которые мы презентуем. И поэтому, отслеживая это, мы постоянно, круглосуточно следим за температурами, следим за количеством. Ну, там очень много на самом деле параметров контроля. Далее, когда мы масло выдавливаем, оно у нас проходит время отстоя. Мы вот дали себе как бы указание или как настрой на то, что мы не используем никакие химические добавки для ускорения осаждения масла, для фильтрации масла. Мы работаем вот как в древности грузинские бабушки еще в прошлом веку давили виноградное масло в таких так называемых винтовых прессах, то есть не делали ничего. Отсюда у нас, конечно, очень малый выход. Это трудоемкая работа, ну, естественно, финансово затратная. Но на выходе мы получаем масло, которое может соперничать со всеми маслами, которые, вот, я считаю, выпускаются сейчас в мире, которые мы видим. Знаете, вот, Леонид, это очень важно. То есть вы делаете акцент на качество. То есть вы получаете высококачественный продукт. Да. Вы не за количеством гонитесь, а именно за качество. Потому что у меня есть еще кое-какие вопросы, которые я хотел вам задать, но не буду вас перебивать. Вот. По поводу качества, в мире выпускается достаточно большое количество косточковых масел. Это и масло абрикосовых косточек, с которым сейчас много спорят о его полезности. Масло амарантовое, это так называемое высокобелковое масло.
масло гранатовых косточек, это масло, богатое коэнзимом К1, которое благоприятно сказывается на сердце. То есть они как бы все однобоки. Вот как бы определенного назначения. Это же виноградное масло, оно имеет широчайший спектр, некоторые, которые как бы воспринимаются как должное, а некоторые сейчас вот активно набирают обороты. Есть такое понятие, которое у всех на устах, это ресвератрол. Источник ресвератрола, конечно, это виноградное масло. Но оно богато не только ресвератролом, в нем есть особенный витамин Е, который по своему функционалу в 50 раз действует. Знаете, что с ресвератролом такая вещь, что просто в процессе времени ученые находят какие-то молекулы, которые оказывают положительное действие на организм, и просто этому очень радуются, что нашли. А здесь есть все. Да, понимаете, вот в виноградном масле изученных полифенолов, это так называемые источники вот этих знаменитых ресвератролов, это комплекс веществ, которые именно защищают виноград от воздействия внешней среды, от паразитов. Естественно, они исходны по своему действию на организм человека. Но в винограде они накоплены в огромном количестве. Их насчитывают сейчас около 500 полифенолов разновидности, изученных 100 именно в виноградном масле. Все они полезны. Я не хотел бы перечислять их, там и катехины, и изокверцетины, и тот же ресвератрол, и галловые кислоты, и кофейная кислота, в общем, их великое множество. Я остановлюсь на некоторых. Допустим, возьмем его как не как питание, а использование масла в качестве косметического средства. Мы все знаем, что все позиции так называемых косметических препаратов, которые выпускаются с индексом Elite Market, даже не Mass Market и не Middle Market, они все используют у себя виноградное масло, либо экстракты виноградных косточек, мы о них потом будем говорить. Я думаю, будет так лучше, потому что сконцентрируемся на одном продукте. Да. Потом в следующей передаче расскажем более подробно. Да, это было бы великолепно. Угу. Вот. То есть мы сейчас поговорим о виноградном масле. То есть, для примера, скажем так, уход за кожей лица. То есть оливковое масло тоже считается маслом достаточно неплохим и маслом, в принципе, не дешевым для рынка. Но если вы, допустим, намажете лицо оливковым маслом, то вы через некоторое время почувствуете на себе липкую структуру, скажем, жирную корку, которая вам очень не будет нравиться. Виноградное масло – это масло легковпитывающееся. Оно заходит достаточно глубоко в наружный кожный покров человека. То есть организм запускает его. Да, да. И благодаря своим веществам, на некоторые, которые я сделаю потом особый акцент, оно легко впитывается, входит в клетки и начинает их регенерировать. То есть если кто-то пробовал уже обрабатывать тело виноградным маслом, те сразу увидят первый омолаживающий эффект. Кожа начинает сразу, она стягивается, мелкие мимические морщины разглаживаются, она приобретает необходимый блеск. И со всеми вытекающими последствиями, которые нравятся потребителю. Это свойство используют, конечно, и косметологи. То есть оно добавляется в мыла дорогие, в шампуни, гели для тела, бальзамы. В общем, весь спектр продукции. Его капсулируют для приема внутрь. Особенно Швейцария любит выпускать БАДы, биологически активными добавками с капсулированным виноградным маслом внутри. Вот. Массажное масло. Ни одно из массажных масел не обладает таким свойством, как виноградное масло. Это самый главный компонент массажного масла. Кстати, туристы, которые бывают в Грузии, все стремятся сделать обертывание в некоторых спа-салонах маслом виноградной косточки. Процедура не дешевая, но на это идут. Потому что эффект виден сразу.
Касаемо косметики, ну вот мужчины, допустим, это вот сейчас модно носить бороду. Я заметил уже тенденция в ближайшие 2 года, особенно я так связываю это с тем, наверное, участие некоторых стран в некоторых войнах, чтобы придать устрашающий вид, все носят бороды. Вот когда ее обрабатывают виноградным маслом, борода, она очень красиво блестит. Во всех, второй пример, во всех маникюрных салонах, где работают с ногтями, используют виноградное масло для обработки ногтя. Ну, я не буду называть там, как оно воздействует, но эффект от этого тоже потрясающий. И до маникюра, и после маникюра. Мытье волос, ну это, знаете, вот как бы мы как производители делали пробу. Я просто брали масло, натирали на голову, стояли 5 минут, потом просто смывали волосы обыкновенным мылом и смотрели на эффект. Ну, эффект, честно, потрясающий. Стоит гораздо лучше, чем какие-нибудь очень дорогие шампуни от известных косметологических фирм. Прекрасное масло, конечно, для ночного ухода. Это вокруг глаз, область шеи. Для женщин, ну, там, где нежная кожа, там оно всегда работает. Вы сейчас столько информации дали. Просто как ее структурировать, всю эту информацию? Как узнать, может быть, там брошюру вы выпустите? Мы готовимся к выпуску, да, мы выпускаем флаера. У нас есть сейчас как бы второй этап касаемо именно масла, не другой продукции, сделать некоторый ликбез и доказать населению, что гораздо лучше работать на нормальные продукты, на честные, чем работать потом на некачественные продукты, а потом на аптеку. В итоге дороже будет аптека. Конечно. Вот. И потом качество жизни теряется. Конечно, а не лучше быть здоровым? Конечно. Для здоровья вот опыт немецких, молдавских ученых, крымская школа была достаточно сильная, и грузинская школа, очень, особенно во времена Советского Союза, очень сделали большие изыскания о пользе виноградного масла. То есть сейчас уже, допустим, если мы вот косметику прошли, мы понимаем, что оно восстанавливает покровы кожи, восстанавливает коллаген, делает кожу шелковистой. Это любой человек попробует, увидит сразу. Более того, если это делать на ночь, оно на утро не оставляет следов, организм не нуждается в смывке. Ну, работать с ним очень просто. И в итоге дешевле, чем покупать дорогие кремы. Хорошо, Леонид, мы подождем вашу брошюру, где это все будет описано. Да. А расскажите буквально в 2 словах, как бы анонсируем наши очередные передачи, о каких еще продуктах вы будете Давайте говорить? Я немножко еще затрону здоровье. Мы тронули только косметику. Грузия очень красивая страна, с великолепным питанием. Более того, она развращает человека на, как бы я говорю, на хорошо покушать. И как следствие, увеличивается вес, нарушается метаболизм. Вот это масло в своем составе имеет особую разновидность витамина Е и те количества полифенолов, которые ускоряют метаболические процессы в организме, тем самым выводя токсины после приема пищи, снижая аппетит, расширяет сосуды, нормализируя давление. То есть фактически помогает организму избавиться от лишнего, да, от лишних продуктов. Да, и, конечно же, находящийся там ресвератрол и хлорофилл, который дает ему зеленый оттенок, это, естественно, антипаразитарная защита и защита от онкозаболеваний. То есть это профилактика. С этим сейчас работают все ученые мира. Все принялись из масла выделять концентраты. Хорошо, маленький секрет откроем. А как же его принимать? Допустим, какая ваша рекомендация? Одна столовая ложка в течение дня, когда вам удобно, вы к нему привыкнете быстро, в течение 20 дней, потом сделать перерыв 10 дней. Все очень просто. То есть в месяц 20 дней по одной столовой ложке, да. А как это, в течение дня? Как вы захотите. Как вам удобно. Здесь нет противопоказаний, знаете, хочу натощак, хочу не натощак. Оно в любом случае проникнет в организм, зайдет в ваши клетки, из которых состоит ваше тело, почистит их, выведет токсины и уйдет из него. И ему не важно, что будет с этим. А 2 столовые ложки?
Ну, наверное, хуже не будет, честно. Тут же вопрос идет в другом, понимаете? Оно не дешевое. То есть есть как бы минимальная доза, есть максимальная доза. Ну, тут... Ну, то есть одна ложка в день, да, вообще, в течение 20 дней, 3 недель, потом. Да, вообще второй вариант для того, чтобы не усложнять процедуру. В любом случае все едят салаты. Ну, добавьте 2-3 капли в салат, в заправку и кушайте. Оно прекрасно добавляет оттенок во вкус салата. Да. Плюс еще вот по поводу медицины. Доказано его воздействие положительно на организм для профилактики болезней Паркинсона, старческих болезней, Альцгеймера. Оно угнетает С-белок. Есть такой паразитический белок, избыток которого возникает при диабете второго типа. То есть сейчас в некоторых странах есть уже целые курсы, когда диабетиков делают профилактику здоровья этим маслом. Обязательно оно нормализует давление. Ну, понимаете, вот и все это не из-за того, что оно вот такое вот. Это все возраст винограда. Вот он себя так защищал долгие годы. И в итоге он выработал комплекс веществ, которые мы, конечно, из косточки забираем в масло. Ну и дальше его доносим, пытаемся сейчас донести людям. Леонид, однозначно, что продукт очень хороший, очень интересный. Да. Но вот вы делаете акцент на холодный отжим. Да. И не выше там, 10 градусов. Да. Вот что это значит? Почему? Что сохраняется при такой температуре? Вот этот комплекс полифенолов, который находится в этом масле, он очень чувствителен к воздействию температур и свету. То есть это масло желательно хранить в темном месте при температуре там, не выше 20 градусов и желательно защищать от источника света. Ну, как бы идеальный вариант это холодильник. Почему я никому не рекомендую его покупать в больших бутылках? Да. Да. Вот в партнерстве с Шатазигани вот они предложили такую упаковку. Это идеально. То есть это идеально для семьи. Никакого времени, никакого застоя. Открыли, выпили и пошли дальше. Если вы покупаете литр, ну где гарантия того, что вы до того, как оно окислится, испортятся эти вещества, они окисляются на воздухе, что оно дойдет к вам живым, а не превратится в банальное рафинированное подсолнечное масло. А температура – это основной показатель при ее производстве, потому что если мы превысим температуру при производстве масла 50 градусов, конечно, эти вещества окислятся. На нем нельзя жарить. Угу. Потому что когда все потеряем. Да, ну если, допустим, кто-то что-то захочет, эти вещества окислятся и принесут больше вреда, чем пользу для организма. Угу. То есть это особенность практически всех масел холодного отжима. На самом деле, вот когда мы знакомимся с хорошими продуктами, то мы в итоге приходим к такому выводу, что хороший продукт, он в корне меняет все наше представление о питании. Потому что мы не только мы насыщаемся, мы наоборот следим за тем, что мы едим, в каких количествах, и мы фактически превращаем уже в еду в наше лекарство. Да. То есть не, уже не боремся с этой едой, а наоборот используем еду, чтобы быть здоровыми. А теперь такой вопрос. Прежде чем мы начали обсуждать с вами ваш продукт, мы провели, скажем так, небольшое изучение рынка и обнаружили, что как минимум 10 различных торговых марок масла виноградной косточки представлены на полке в наших сетях. В чем разница? Я объясню. Я начну сразу за питание. Сейчас во всей Европе, оно, конечно, недоступно каждому жителю Европы, появилось такое модное понятие функциональное питание. Ну, на нашем, на простом языке, скажем так, мы всю неделю кушаем правильно для здоровья, ну а в субботу или в воскресенье мы, скажем, обжираемся. А потом мы опять кушаем хорошо. Вот.
Вот важным элементом питания функционального, и в наборе есть эти так называемые среднеземноморские диеты, наличие виноградных масел, наличие, знаете, так, как бы порошков, которые, из которых делают выпечку, ну, мы потом их затронем, и т.д. и т.п. И вот как бы здоровый образ жизни – это и есть основа функционального питания. Теперь по поводу виноградных масел, ну и вообще всех косточковых масел, которые представлены на рынке. Я могу сказать по своим наблюдениям, 90, а то и больше процентов масел, выпускаемых и продаваемых на полках, так называемый масс-маркет, это фальсификат. Что это значит? Фальсификат – это когда дорогое масло разбавляется более дешевыми маслами, которые, в которых используют там, пальмоядровое масло, знаменитое пальмовое масло и прочие масла, которые находятся в большом избытке. Ну, вот, есть некоторые наблюдения, в некоторых странах уже ловят производителей подсолнечного масла, когда они через химические процессы отработанное машинное масло прогоняет, очищает и добавляет его. То есть, ну, народ же не знает, что он собирается питаться. Есть привычка. Мы знаем, что перед тем, как пожарить картошку, нам надо бросить туда подсолнечное масло. Производитель это тоже знает. Он знает, сколько он продаст, ему главное деньги. А что будет с вами потом, ему неинтересно. И только те, которые заботятся о своем здоровье, особенно, как правило, это начинается после 40 лет, те начинают задумываться о том, что мы едим, как мы едим, и с чем мы едим. И вот тут мы хотим внести культуру. Еды в Грузии. Я хочу добавить, что этот проект вот, по реализации, производству и реализации этих продуктов, которые вы производите, этот проект, он совместный проект вместе с компанией «Шато Загани». И в рынке эти продукты будет продавать компания «Сакпрод», которая будет представлена во всех торговых сетях, которая будет четко следить за качеством продукции. И, насколько я понимаю и знаю, что это будет именно проверенное качество. Я хочу добавить, что нам очень выгодна совместная деятельность с «Шато Загани», потому что для нас «Шато Загани» – это имя, это долгосрочные традиции, и это маркер качества. Ну, невозможно, скажем так, налить сюда подсолнечного масла, подкрасить зеленкой и отдать его «Шато Загани». Этого не будет. Слушай, «Шато Загани» уже 13 лет представлено на рынке и продает продукцию под своей торговой маркой. Это и вина, и чай, и мы смотрели многие другие продукты, которые сейчас представлены этой компанией. Но торговую марку компания «Шато Загани» будет расширять, это ее будет представлять компания «Сакпрод», куда, ну, это, я считаю, что это большое, скажем так, большой успех, и такой высококачественный продукт будет представлен нашим покупателям. Его много есть не нужно, его нужно кушать. Ложками в свое время, и я думаю, в принципе, все... Это принцип функционального питания, это уход за телом. То есть это, ну, знаете, скажем так, вместо того, чтобы купить шампунь за 15 лари, который вы подумаете, что у вас будет чудо, ну, гораздо проще намазать голову виноградным маслом, потом смыть этим простым мылом, эффект будет, сразу говорю, не хуже, а то и лучше. И гарантия качества. Ну, в принципе, я так понимаю, что с этим маслом нужно экспериментировать. Да. Его нужно применять как внутрь, так и на нужном применении. Скажу так, что я общался. В Грузии же ведь очень развито производство частной косметики, домашней, производство домашнего мыла. Они знают этот продукт. Они уже экспериментируют, уже процессы идут. Да, это, ну, понимаете, это только начало. Ведь мы единственное предприятие в Грузии, которое поставило себе задачу сделать полную переработку отходов виноделия. То есть мы вот после нас не хотим вообще ничего не оставлять. То есть все уйдет в питание, в удобрение. Леонид, раскройте тайну, что вы еще производите? Значит, при, допустим, при производстве масла есть отход, ну, остается выжимка.
Это кожура винограда, гребни винограда и мякоть винограда. Вот мы также в тесном сотрудничестве с Шато Зигани, нашей фирмой Каджорджиан Групп, сейчас поставлена задача произвести органическое удобрение. То есть задача простая – вернуть винограду то, что у него забрали. Это для начала. Потом, конечно, работа с тепличным хозяйством. Ну, знаете, как бы, я знаю, что много туристов из Израиля едут в Грузию, потому что здесь дешево и органично. Пища более-менее здоровая, недорогая и качественная. Значит, развивать органическую... Производство органических продуктов – это очень хорошая задача. Это, я считаю так, что это может даже неплохо повлиять на экономику Грузии. А что у вас на столе? Наш продукт при выдавливании масла вот образуется такой жмых гранулированный. Это косточка, в которой еще есть 5% масла, есть белок, есть те же самые полифенолы. Первое, на первом этапе, что мы решили с ней сделать, мы ее размололи в порошок. Ничего нового, честно, не выдумывали. Этот порошок может использоваться в качестве питательных скрабов для косметических масок, так как там же есть те же полифенолы. Некоторые страны очень охотно скупают этот продукт, потому что из них они выделяют экстракты. Уже это полифенолы в огромной концентрации, продают ее под торговыми названиями ресвератрол, кверцетин, кахетин. Есть сейчас новое название — водные растворы полифенолов. Все идет за здоровье. Вот идет, то есть народ, как бы, тот, который попадает в аптеки, понимает, что, наверное, лучше сначала грамотно жить, чем потом работать на фармацевтику, на химию. Вот, то есть первый этап — это мука. Мука, она очень хорошо, она очень сильно обладает антиоксидантными свойствами. Она очень зарекомендовала себе при производстве либо булочных изделий как повышающие антиоксидантные свойства изделий. Так же, как и она переносит все свои вещества в организм человека. Потом производят, ну, кондитерские изделия, производят макароны некоторые страны, вот особенно Италия, у них есть целая линейка диетических спагетти, которые сделаны из мукой виноградной косточки. Ну вот у нас сделана, уже приготовлена первая опытная партия этого виноградного порошка, который мы тоже хотим представить на рынке Грузии и показать, что из него можно сделать. Uh-huh. Вот. Сказать, что мы вводим что-то новое, ну, я не думаю, что это новое, потому что, допустим, войска НАТО для хлеба длительного хранения и для консервации некоторых продуктов используют и виноградное масло, и виноградную муку. Это у них в базе. То есть, ну, там, как бы, заботиться не позволят химии кормить солдата, который защищает, скажем так, весь мир. Вот такие у нас направления. Более глубокие направления, да, мы хотим перейти к производству экстрактов. Мы хотим делать экстракты, мы хотим попробовать на их базе сделать энергетический напиток, который не будет уничтожать здоровье человека, вот как сейчас там знаменитые Red Bull и прочее, которые будут поддерживать здоровье, поднимать здоровье. Потому что здесь кофеина не намного меньше, чем в кофе. Он здесь есть. Угу. Здесь есть все, понимаете? Чем ценность винограда, в нем есть все. Угу. То есть надо самое главное грамотно это использовать. Так же самое органическое удобрение. Ну, все мы прекрасно понимаем, что ценность этого удобрения будет не только в том, что оно будет являться биогуматом. Ценность — это тот объем микроэлементов, который в нем останется. Вот по удобрению обязательно, это будет следующая наша передача, в которой я хочу детально пройти этот вопрос. Тем более сейчас зима, это как раз время внесения удобрений в почву. И что вносить, как вносить, сколько вносить. Как раз по этим вопросам мы с вами с этим вопросом обсудим в следующей передаче. С удовольствием.
Вот. Единственное, что хотел добавить, что эта продукция в скором времени уже попадет на полку и будет широко представлена нашим покупателям в масштабах всей страны. И я хочу предложить вам очередной новый интересный высококачественный продукт, чтобы вы бы его внесли бы в свой рацион питания. Да, он дорогой продукт, но хотя бы по чуть-чуть, я думаю, все мы сможем его позволить себе. Леонид, огромное вам спасибо. Очень приятно было. Надеюсь, что вы нас порадуете еще интересными Конечно. Продуктами. Вы знаете, мы находимся только в начале пути. Да. Я думаю, и Грузия, я смотрю, в своем становлении, она тоже находится в начале пути, как страны производством органической продукции. Это очень интересно. Я думаю, что это у нас единственный выход, чтобы быстренько выстроить нашу экономику и поднять сельское хозяйство. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До новых встреч. Спасибо.